Я их всех просмотрел. Не беспокойся, мы не допустим расового и никакого другого несоответствия между тобой и теми парнями. Ясно. Они все очень похожи на тебя. Вы будете просто одним здоровым пятном для этого парня. Кто был за стеклом? Муж этой женщины? Прислуга? Значит, вот как все это закончится. Тупой, как пробка. Сам запутался. Это вон тот, третий справа. Нет, не он. Держи. Боже. Клевый пиджак. Шил на заказ? На заказ. Привет. Доу Джонс сегодня колеблется весь день в связи со слухами, что Ван Лунд Ассошиэйтс и Хэнк Этвуд договорились о слиянии. Несмотря на отказ от комментариев... Ты с кем-нибудь говорил? ...сторон о предполагаемой сделке... Нет, я ни с кем не говорил, Карл. Я не дурак. Я знаю об этом, Эдди, но не соверши классическую ошибку всех умников. Не думай, что нет людей умнее тебя. И где ты был? Ты уже второй раз испаряешься. Я был в здании. Я ходил за кофе. А что, что-то изменилось? Да, кое-что изменилось. Этвуд впал в кому. Он нас не разыгрывал. Он умирает. Что ты об этом знаешь? Я был совершенно не готов к ответу. Меня одолевала слабость. Я не успел вовремя принять таблетку. И боль начинала медленно застилать мне глаза. Простите. Я тебя не отпускал. Ваши сотрудники не имеют права пописать? Был ли это Брент или кто-то еще? В участке или в гардеробе? Мы не знаем, сколько это продлится и что сказать прессе. Мистер Мора. Остается только ждать. Карл, мистер Мора. Простите, мне... Мистер Мора, я потратил это прислали вам. Лет. Не думаю, что я так легко отступлюсь. Это вернуть Эдварду Мора лично в руки. Надеюсь, нет. В общем, дай мне знать, если что-то выяснишь. Я снова спрашиваю тебя, Эдди, что ты знаешь об этом? О чем? Об утечке? Нет. Что с Этвудом? А что не так с Этвудом? Слушай, ты далеко зашел со своим броней. Карл, парень. Я не понимаю, слушай, о чем ты. То, что ты хочешь сказать, бред собачий. Ты что-то скрываешь от меня, я это чувствую. Но сейчас я хочу знать, почему эта сделка сорвалась. Карл. Эдди! Эдди! За пределами больницы Ленокс-Хилл продолжаются перипетии вокруг слияния Ван Луна и Этвуда. В этих слухах о слиянии нет ни единого слова правды. Это просто домыслы. Мой муж проходит обследование. Нам сейчас очень нелегко. Мы просим адресовать все ваши вопросы нашему юристу. Да, сейчас у нас больше нет комментариев. Мы ждем результаты последнего обследования и надеемся на лучшее. Спасибо. Мы попытались обратиться за подробностями в офис мистера Ван Луна. Однако представители его компании...